Увидела, увидела, увидела. Ребята, прощайте. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы продолжаем играть Five Nights at Freddy's Security Breach. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем прохождение. Мы остановились на том, что надо нам взять билет и пойти его улучшить. Так, здесь надо быть, ребята, очень внимательными, здесь уже могут меня поймать. Вижу Чику, а идет осторожненько. Так, я не помню, он же будет поворачиваться или нет. Так, автомат улучшения находит... Ну, мы помним, где он находится, поэтому не будем отвлекаться. Так, давайте будем следить за его движениями. Они очень какие-то странные. Рандомно они тут вообще шевелятся. Так, впереди у нас идет вонючая курица, поэтому надо быть очень осторожным. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И стараемся заснять что-то очень интересное, которое залетает в тренды. Так, ну что, будь внимательным. Так, стопэ. Изучаем, изучаем его траекторию. Как это... Странная траектория. Дебильчика какого-то. Я не знаю, кто прописал траекторию, но она очень странно выглядит. Так, мы здесь можем встать, здесь никого все равно нету. Все отлично, все проходим. Просто здесь я знаю, что делать. Дальше, конечно, будет, наверное, мне тяжеловато. Так, давайте пасхалочки смотри, чтобы я ничего не пропустил. Наши дружелюбные охранники помогут тебе. Конечно. О, конечно, помогут. Убить меня. Так, давайте сидя. Вечно С нажимаю. Так, о, съел билет. Возможно, есть способ извлечь его. Пользуясь, сходи к Глэмору к подарку. У них много бездушек, интеклюшек и прочих штуковин. Так, ребятушки. Ну, давайте смотреть, куда это мне надо. Мне бы сейчас сохраниться каким-то образом. Как мне сохраниться? Это надо на первый этаж. А я на первом этаже. Так, стоп, пунчатки. Отлично. Так, придурок. Давайте посмотрим, где эта вонючая чика ходит. Где она, где она? Так, давайте часы. А, тун-тун-тун. Так, здесь ее нету. Так, хорошо, хорошо. Здесь тебя нету. Так, она наверху стоит. Она стоит наверху, значит, она сейчас будет спускаться. Если она будет спускаться, она меня может увидеть. Логично. Логично. Вон она идет. Так, сюда она не ходит. У Чики, у этой курицы срата, есть своя траектория. Поэтому мы можем, в принципе, ориентироваться всегда. Так, мне надо сейчас выйти и пойти сохраниться, потому что заново не хочу это проходить. И посмотреть, где этот магазин находится. Вот я здесь нигде ничего такого не вижу. Так, 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 надо нам ждать, когда она будет подниматься наверх. Только тогда я смогу. Так, она идет. Давайте запрячемся. Всякий случай. Кстати, я увижу, когда она будет идти наверх. Все хорошо, ребята, проходим. Просто я не хочу рисковать, есть свои приколы, но то хочу пройти. Тем более, она в тот раз в этой же тачке меня и поймала. Так, камеры. Смотрим. Все, пошла наверх. Пошла наверх, отлично. Отлично. Нифига себе, робот меня не спалил. Это хорошо. Так, где у нас охранялочка? А, с этой стороны, да? Так, смотрим. Ну, я думаю, этот магазин не будет здесь находиться. Потому что... Там дичика ходит, наверное, там. Ну, давайте смотреть. Так, этот придурок ходит еще, там тоже убирает. Нам сохранялочка. И лучше, знаете, потрачу сейчас время на сохранялку, чем потом заново это все переигрывать. Но я боюсь ее, честно скажу. Страшная чика, вонючая. Так, ну что... Меня это радует, теперь можно немножечко расслабиться. Так, поднимаемся наверх. Да? Да. Так, что у нас тут тогда запрятаться? Никаких вещей, ничего здесь нигде нету, да, интересного? О, сумочка, отлично, мне это нравится. Тихонек. Можно пробежать, я уже понял, что эти челепиздрики очень слабые. А теперь что? Мне надо пройти... Да. Так. Не буду выходить, посмотрю, где она находится. Камера. Так, 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 так. Она спускается. У меня есть шанс пройти.
Давайте прям пробежим. Странно, как-то текстуру у меня лагают. Так, она спускает. А если она мне не видит, все отлично. Она внизу. Требуется билет в детсад. КП. Никого. Нет, вижу. Вижу телепиздрик с фонариком. Так, блин, ну у них траектория дебильна, ну что он крутится на месте? Ё-моё. Так, мне надо тут, наверное, стоя пробежать. Здесь только так. Оп. Ёлки-моталки. Увидела, увидела. Не увидела. Да как так-то? Я успел залезть, что ли? Смотрим. Так, она сейчас совсем в другой стороне. Это меня радует. Спускаемся. Блин, я правильно иду? Надеюсь, я иду правильно. Так не хочется все заново проходить. Ревновато игра, честно скажу вам, ребята. О, есть, есть, я правильно пришел. Так, ага, стоять надо только, сидя не хочет. Подарок. Это стрёмный магнит с мистером Гиппо для холодильника. Отстой. Мне очень жаль, Грегори. Мне правда очень жаль. Сюда можно только сотрудникам. Так, это я уже не так читаю. Да чё он извиняется? Вроде бы все норм. Нормально же магнит выполнил. Ё-моё, придурок. Вот это она дурачка, ребята, называется. Так, смотрим, где. Чика. Блин, это опять мне на ту сторону пробегать. Смотрим, где она. Блин, стрёмно, ребята, очень стрёмно. Так, должна сейчас вниз спускаться. Блин, хорошо, что у нее заскриптованы все действия. Вон она пошла, да? Блин, задрал этот челик. Хорошо, что их можно вот как-то вот так на дурачка пробежать. Хоть бы не спалила, хоть бы не спалила, заново не хочу. Мамочка, я ее так боюсь сильно. Она знает, как меня зовут. Ух, обошлось, ребята, я чуть не обосрался. Это очень стрёмно, это очень стрёмно. Так, пусть уходит, пусть уходит. Блин, этот придурок хорошо палит прям. А камеры. Выходим. Конченый. Палила меня. Блин, ребята, скажу, очень атмосферная игрушка. Аж зачесалось все вокруг от испуга. Вроде бы так все четко прохожу. Прохожу, но есть моменты, когда реально прям не получается. Так. Ну что, мой билетик, ура! Да, магнит смог обмануть автомат, и этот раз это какой-то билет в детсад. Отличные выносите, жди меня в детсаду. Вход туда находится на балконе, этаж 02. ПП, СТП. Увидела, увидела, увидела. Ребята, прощайте. Блин, это что, мне заново проходить? Сейчас буду постоянно, ребята, сохраняться теперь. Только так. Так. Сейчас немножко возьмем нахрапом пройдем. Немножко наглее. А чем бы и нет. Может получится. Так, где Чика? Ну, Чику боюсь очень сильно, она стрёмная. Ребята, вы ее видите? Она пошла. Так, это челепиздрик там ходит. Отлично. Так. Делаем все очень быстро и конкретно, четко. Давайте пойдем до автомата улучшения. Нельзя ничего нажать на нем. Понял. Улучшаем. Так, постоянно, ребята, сохраняться нужно. Ну, блин, таким образом затягивается это все делать. И надо постоянно ходить. Блин, ну туповато, очень тупо. Я бы сделал
автосохранение. Во всех играх это нормально, ничего зазорного нет. Так, это этот придурок здесь. Неадекватный. Фонариком. Я его боюсь. Давайте посмотрим, где Чика. Так, основная камера у нас. Чипоник. Спускается. Мой выход. Я могу реально много прям пробежать. ДБЛа так. Остываем. Ой, набираемся сил. Второй забег. Блин, тут, конечно, тут вот этот придурок вообще меня кошмарит. Так, 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 так. Отлично. Ну, хотя бы нычки есть, ребят. Ну, пожалуйста, ну не убивай меня. Фух, слава богу. Я думал, она меня опять убьет. Нет, убьет. Нет, не убьет. Фух, слава богу. Так, что она туда вообще пошла? Да, очково моему персонажу. Грегори. Хоть бы не проверила мой сундучок. Это будет, конечно, жестко. Бывает, что проверяет, здесь так сделано. Так, она ушла, давайте посмотрим. Так, я сейчас нахожусь вот здесь, вот где-то в той комнате. Она должна выйти отсюда, вот. Ага, она вышла. Пошла. Пошла она. Сейчас через пиздрик уедет. Уезжай! Рандомный додик. Так, спускаемся. Кстати, она сюда вот пошла, да, и тут она вышла, вот. А, еще один, да, сундучочек берем. Еще один, еще раз, дубль два. Так, а здесь есть кнопка, чтобы выйти? Ага, а на этом этаже нету кнопки. Есть. Есть кнопка, отлично. Тихо, тихо, тихо. Так, давайте выйдем, сохранимся. Так, ну что, надеюсь, сейчас с билетом у меня все получится. Погнали. Да, магнит, смог обмануть автомат. Эх, на этот раз какой-то билет в детсад. Так. По-любому на втором этаже. По-любому. Вот как раз куда я хотел разойти, вот в ту дверь и надо. Че, пойти еще разок сохраниться, ребят? А, давайте, я уверен, что я пройду. Че, я вообще рахит, что ли? Сейчас просто очень хорошо по камерам прочекаем, где она. Блин, сейчас придется опять там психопат этого проходить. Я уже выучил его. Так, сейчас он тут придет, как придурок, покрутится миллион триллионов раз, как-то странно. Так, вот так вот, вот так вот. Здесь мы так приседаем. По красоте. Смотрим, где Чика. И как раз спустилась. Как раз сюда. Отлично, ребята. Все. Не сюда. Не сюда. Ой, отлично. Надеюсь, будет где-то сейчас сохранялочка. Надеюсь. Блин, очень крутая карта. Очень крутой графон. Очень все смотрится прекрасно. Криповый робот. Уборщик. Так, отлично. Так, отвали, я тебя боюсь. О, чтобы не пропустить нам ничего. А то я уверен, что это что-то нужно, наверное. Майка с именем Фредди. Ну, блин, прикольно, чё. Блин, криповые эти роботы. Я их боюсь тоже. Лампочки жужжат. Очень круто все. Фонтан шумит. Графон крутой. Блин, представьте эту игру поиграть в VR. У меня это радует. Это очень хороший знак. Это знак того, что, наверное, сейчас будет что-то очень сложное, наверное. Ну, надеюсь. Так, перезапустить... перезаписать последнее сохранение, да? Воу, прикольно, прикольно. У меня не получается до тебя добраться. Посмотри на пульте охраны в детсаду. Там должно быть пропуск. Тогда ты сможешь меня впустить. Ну, отлично, ребята. Почему бы и нет? Классно. Классно, мне нравится. Что там, сохранялочки нигде нету?
Погнали. Блин, моя мечта сбылась. Я так всегда хотел погулять, теперь я могу это сделать в игре. Ха-ха-ха, звук такой прикольный. Опа. Понь. Воу, это было немножко стрёмно. Так, получается, что он в шариках здесь где-то лазит? Ха-ха-ха-ха. Давай. Новый друг, что тебе не спится? У нас пижамная вечеринка. Где твои друзья? Мы можем рисовать пальцами, рассказывать истории, пить шипучку, пока наши головы не взорвутся. Есть только одно правило: не гасить свет, не гасить свет, не гасить. Что за придурок? Это ты. Эй, ты дурак! И что надо? Подожди, что он хочет от меня? Отвали. Нажать Е, отвлечение. Понял, понял, быстрее, 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 быстрее. Так, а что и что? Сейчас, подождите. Что мне надо? Что мне надо? Акцио. О, еще. Блин, не успел нажать. Я понял, по этой штуке разбросан, его надо отвлекать и найти мне. Что, мне надо ключ взять. На терминале охранника. Так это возле дверей получается. Так я понял, и вошел в жопу. Давайте еще здесь завалим. У нас немножечко было время, побольше. Давайте сюда сходим. Охранялочка даже есть. Можем сохраниться? Так, да, мы можем сохраниться. Отлично. Надо еще завалить, да, эти штуки, чтобы он меня не трогал. Отлично. Так, здесь закрыто. Так, ну вот тут, вот терминал охранника, вот он. Вот он. Так, это что, не то? Это в жопу. Так я же ударил. Я ударил. Да почему здесь не... А, подожди. Фонарик надо взять. Нажми и удержи, чтобы для... Ага, давайте посмотрим. Хорошо, можем менять батарейки, да, здесь? Давайте еще ударим эти штучки. А, другие давайте с этой стороны ударим, потому что у меня будет кошмарить. Нет ключа. А должен быть. Уже тут где-то. Я не могу в трубу зайти. Так, энергия, пополняйся. Давайте еще ударим здесь. Давайте обойдем по кругу карту, потому что мне кажется, я что-то пропустил. Это очень важно. Не, ну если бы я что-то не взял, навряд ли я смог бы зайти, наверное, сюда. Что-то не взял. Давай, чили пиздрик, погнал ставить все. Блин, круто все сделано. Так, мне сюда не надо. Разочек здесь завалим. Ой. Еще раз пройдемся, если нет, то нет. Ну что, я не знаю. Ну вот, где пульт охраны, тут же ж. Может, вот это вот? О, да, пропуск позволяет открывать пронумерованные защитные двери и в общий уровень допуска. Игроки отображаются на часах фаз. Значит, давайте сохранимся. Отлично. Чпоньк. Опа-па. Зачем ты сделал это? Включи свет, включи свет. Я предупреждал тебя, предупреждал. Ты что, он жесткий? Что сейчас будет? Дрянной мальчишка. Ты уже должен спать, тебя нужно наказать. Псих какой-то. Баньки. Что будет?
Я не знаю, что сделать, в детском саду погас свет. Мы должны найти аварийные запасные генераторы и включить их. Он находится в игровом комплексе. Ребят, ну что, давайте закончим на этом, потому что я так понял, что сейчас будет очень что-то жесткое. И оставим это на следующую серию. Поэтому, если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.